Всем приветики. Я хотел бы вам показать, как правильно пользоваться мочалкой. Все знают, что ей можно мыть посуду, но я заметил, что вот, например, даже моя мама, она берет на мочалку, капает маленькую капельку, даже может быть еще меньше этой, и моет такой капелькой огромную гору посуды. Это ж никуда не годится. Чтобы нормально пользоваться мочалкой, во-первых, ее нужно намочить. Ну, вот, чтобы она была немножко, ну и отжать, чтобы она была немножко влажненькой. Вот, затем покрыть ее так нормально моющим, не жалейте мочу, оно же стоит копейки. Вот на наши деньги, на белорусские, по-моему, меньше 2 рублей оно стоило, что-то такое. Но это ж вообще недорого. Если там батон стоит 1,30 рубля, то 2 рубля за моющее, это же вообще... Купите, я не знаю, если вам жалко, что бутылка заканчивается, купите 10 этих бутылок, чтобы вы видели, что у вас вагон этого моющего. И все, когда вот налили вот так вот полностью, чтобы она вот прям пенилась. И вот когда она уже пенится... Когда вы сжимаете, там куча пены. Не то, что у вас там, я не знаю, такая вот капелька пены на всю мочалку. У вас должно быть, чтобы вы сжали, чтобы была куча пены. И тогда уже... О, сразу хопа. Ну, естественно, с водой она будет лучше, а просто без воды, чтобы, ну, видно было пену. Вот, и все. И вся вот уже... В моющем, естественно, весь жир оно легко убирает. А когда там капелька, вот у меня мама так вот, как я говорил, капельку, кучу посуды перемоет, потом берешь мочалку, она вся жирная. Я когда посуду мою вот таким вот способом, мочалка никогда не жирная, потому что она не может стать жирной, потому что в ней куча пены. А у нее эта капелька быстро смывается, потом весь этот жир, который был на тарелках, впитывается в мочалку, и ты ее когда берешь в следующий раз, чтобы посуду мыть, и у тебя просто рука сразу, ты ее сжимаешь, и у тебя рука прям вся сразу жирная становится, вся. Короче, блин, это просто жесть. Хоть ты бери и выкидывай мочалку. А так ты, я вот помыл посуду вчера, там позавчера, сегодня мыл, и она не жирная, я беру все, она нормальная, потому что она не может заполниться жиром, так как в ней куча пены. И здесь, когда вы мажете, ну, моете мочалкой, то вся эта пена сразу легко убирает жир. Вы просто с одной стороны намылили. Если она там где-то стояла на других тарелках, то она и здесь будет жирная. С другой стороны, просто обмыли, все, и она уже чистая. Следующую тарелку так. И вот таким вот образом моете. А когда в процессе того, как моете, чувствуете, что уже все смылось, ну, то есть в какой-то момент же оно смоется, там, я не знаю, вы помыли там тарелок, допустим, 10, чувствуете, что уже все слабовато пенится. Еще раз так прошлись. Не жалейте, как бы. И тарелки будут чистые, быстро будут чиститься, и мочалка будет чистая, не жирная. И все хорошо отмывается, и классно, и приятно, и ароматно, я не знаю. В общем, когда я так вот мою посуду, так и посуда моется быстро, и саму мыть приятнее, а не то, что потом приходишь, мочалку хвать, и нужно пальцы с мылом мыть, потому что они уже все жирные. Вот, поэтому мойте посуду правильно. Вернее, используйте мочалку правильно. Вот, ну а на этом все, всем покедово.